Новый рекорд Заречного. Беспрецедентное количество школьников в этом году заявились на участие во Всероссийской предметной олимпиаде. 598 человек. Первый шаг на пути к финальному туру зареченские учащиеся уже сделали. В лицее стартовал городской этап интеллектуальных состязаний. Олимпиада проводится по 16 предметам. Многие юные знатоки школьных наук решили проверить свои знания сразу нескольких дисциплин. Елизавета Рузова остановила свой выбор на географии, истории, биологии и русском языке. Первый экзамен уже позади. Я сегодня сдавала географию. Я очень люблю географию. Это интересный предмет и очень захватывающий, как бы так сказать. Я надеюсь, что я хорошо справилась. Задания достаточно сложные, но решаемые. Задания олимпиады составлены для учащихся 8, 9, 10 и 11 классов. Но в этом году очень много младших школьников изъявили желание посоревноваться в знании предметов. Очень отрадно, то есть у нас появляется больше одаренных, талантливых детей. Очень приятно, что есть у нас детки, которые, допустим, берут задания 9 класса, являются учениками 8 класса. А у нас были случаи, когда они первые места и были в призерах, то есть... Они достойны конкуренции тем же старшим классам. Победители городского тура этого года и призеры областной олимпиады прошлого в январе будут выступать на региональном этапе. А победители области весной будут представлять Заречный на финале Всероссийской олимпиады школьников. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».